Всем большой-пребольшой приветик из снежной Греции. Да, не солнечной, а и снежной. И у нас бывает снег. Не только у вас. Вот-вот-вот. Я сейчас вам все покажу. Репортаж такой у меня будет для вас. Холодно? Ну, прекрасно, красота. 2 года назад буквально у нас было столько же снега. И вот опять мы радуемся, нам приятненько. Смотрите, пожалуйста, этот ролик и ставьте лайки, пишите комментарии. И вот она картинка. Никого не выпускала я, чтоб тут не было никаких отпечаток. Собака плачет, хочет на улицу. Посмотрите на мою магнолию. Она вся в снегу, но она такая красивая, такая красота. Все вокруг бело. Посмотрите, снег не перестает, как с вечера начал. И вот до сих пор мы ждем, чтоб вроде остановился. И выйти поиграться снегом, хоть посмотреть, походить. Но снег не перестает, не хочет. Видите, как красиво? Ой, мои алоэ все в снегу. Так, кто, конечно, попал на меня первый раз, вы меня не знаете, я Оля из Греции. Мой канал Flower Therapy, все про цветочки, особенно про кактусы. Вот, ну, я сделала, решила показать так отдельно снежную Грецию, часть Греции. Я живу с моим мужем и собачкой. В доме на даче, мы уже тут постоянно живем. Это дачный район полуострова Эвия. Вот. 100 километров от столицы. И да, у нас последние, скажем, 15 лет бывает снег. Вот каждые 3-4 года, может быть, бывает. Вот даже вот через 2 года. Вот такой вот снежок. Вроде будет несколько дней, говорят. Температуру я еще не посмотрела, но у нас очень редко бывают минусные температуры. Обычно до нуля. Вот, вот такая красота. Сейчас мы спустимся. Выйдет мой муж, собачка. Посмотрите на них тоже. И, в общем, смотрите дальше. Так, а вот я снимаю чуточку с высоты, с террасы моей. Вот так вот. Тишина. Спокойно, хорошо. Это кондиционер работает, шум от него только. Так, охота пройтись, конечно, куда-нибудь выйти. У нас тут не души, потому что, ну, тут дачный район. Вот тут вот в этих домах, конечно, постоянные жители есть. И тут вокруг почти больше никого нету. Тут дачные дома. Локдаун. Никто нельзя никому выезжать, приезжать. Ну, как-то так. Ну, и в Афине снег. И в Афине. Там очень редко в самом центре снег. Последний раз не помню, когда был. В 2008 году, что ли, что-то такое. В 2008. Вот. Вот так вот у нас. В Греции снег. Не первый раз. Муж мой чистит. Ах, моя магнолия, как я тебя жалею, зацвела ты. У нас буквально, наверное, дней 5-6 была температура 18-20 градусов, теплынь, солнце. Вот так вот. Примерно месяц назад опять у нас было похолодание, чуточку снег, ну, конечно, вот такого не было. Вот, на 2 дня где-то было. Отошло, опять тепло, и вот так вот. В общем, у нас не зима в этом году, а получается, как будто 3 времена года в одном было. Как будто осень, лето и зима в одном. Вот так вот. Совсем не преувеличиваю. Если, как я говорила, вы меня первый раз видите, зайдите на мой канал, ознакомьтесь. Может, вам понравится. У меня есть влоги. В них я показываю разное. И про погоду, конечно, говорю, и разное. Ну, вот поймете, если хотите так для интереса увидеть, что у нас было, скажем, месяц назад. Смотрите. Дзакули! Дзак мой! Радостный мой дзак!
какой ты умница, бегает, радуется. Вот так вот позапрошлом году был маленький, бегал, конечно, не так сильно, с боязнью, но бегал, радовался. Маленький такой был. Вот. Дзяколі. Да, потом поснимаю, когда выйдем еще. Сейчас муж чистит. А вот снеговик или снежная баба. Смотрите, какая красота. На голове граптопеталум. Ручки у нее веточки оливка. Втыкала ей в глазки носик. Оливки сухие валяются. Они не держатся, но оставили цвет. Я еще накрасила ей губки. Получилась вот такая вот хорошенькая у меня снежная баба. Вот так вот. Как хорошо. Снег не перестает, конечно. Хочу выйти показать так вокруг. Ну, не знаю, если силы хватит. Ну, в общем, очень холодно. Нету подходящей обуви даже у нас для снега. Ну, нету у нас, потому что, понимаете, не такая у нас температура, чтобы иметь такую одежду. Очень, очень большая редкость. Ну вот, муж мой чистит растения от снега. Но снег все-таки идет, идет, идет. И красота. Дзак, Дзак, познакомьтесь, это мой Дзак. Снег. Снег падал, да, Павлу? Вон там. Понятно. Такой шум. Павлу вспомнил, да, как в Казахстане чистили снег, да? Вспомнил. Ну, вы нас не знаете. Мы родом с Казахстана. Так что заходите и знакомьтесь с нами, кто еще нас не знает. Ну, как в детстве. Я сделала, как вот это называлась штучка. Вот так, дорога. Там у нас тупик. Вот. И все в снегу. Потопаем. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Прелесть. Прелесть. Мокро. У нас был дождь. У нас эти дни был дождь. И у нас всегда обычно перед снегом дождь. Видите? Вот. Ой, птичка какая тихолёсяя. Ну, кто это такая у нас? Кто это у нас такая? Я не знаю название птичек. Ой, какая красивая. Не боится? Улетела. Ну, ладно. Ну, все, пошли дальше. Посмотрели на птичку. Ой, шатается камера. Я постоянно скользю где-то. Ох. Белым-бело. Собачку закрыла на балконе, потому что он промок. Сейчас, чтобы он высох, понадобится ему. Да, это он на меня, наверное. Дякули, бедненький, он бы хотел, он уже промок. Уже мокрый-мокрый. Ай, какая красота! Помню, мы сюда приезжали в 2006 году. Был снег вот так же. Мы приезжали, чистили тоже растения от снега. Были туи тогда. Он, надо было их очищать, а то бы они, у них испортился бы вид. В общем, вот. Был и в 2008 году снег, и тут тоже. Мы тут не были, нам говорили. Еще какой-то год был. 17-й год был. 18-й. Вот. Еще между было, конечно, не помню, так запоминаю кое-что. Вот такая красота. Это дорога у нас, так понятно. Ну вот, там дальше туда трасса, там море. Конечно, мы позапрошлом году ходили гулять туда, к морю. Сейчас, наверное, муж не захочет. Что-то он подмерз. Да и собаку негде оставить. Сейчас она будет плакать одна там на балконе, мокрая. Так бы можно было чуть-чуть пройтись. Вот. Вот так вот выглядит у нас. Красиво. Надеюсь, вам понравилось. Необычно для Греции снег. Ну, да, в Северной Греции, конечно, бывает. Но мы как-то, как сказать, в южной стороне.
И еще и полуостров, еще и дачный район. И тут эта редкость была когда-то. А климат изменился везде, на всей планете, так и у нас. Летом очень жарко, а зимой бывает и снег. Хотя, вот я как говорила, дней 5-6 назад было 20, плюс 20 градусов. А сегодня плюс 5 у нас всего лишь, но холод как будто минусная температура. Все. Если вам понравилось мое видео, ставьте мне лайки. Заходите на мой канал, знакомьтесь со мной, с моим каналом. И подписывайтесь, пишите комментарии. Всем всего хорошего. Наслаждайтесь, чем есть. Пока.